Вас на чутно. А сейчас? А сейчас слышно. А, говори, а то я не слышал. Я говорю, интересные у вас картинки про Украину. Там не вижу больше это. Ну, не совсем про Украину. Это Харьков 1907 года, 1908 года. Ага, вы из Харькова, я так понимаю. Да. А вы откуда? Я сам с Донецка, но живу в Киеве. В Харькове, Да. кстати, учился. Ага. Ну, в Харькове самое лучшее образование в Украине, понятно. Вижу Ну, образованного человека. первая столица все-таки. Не, не потому что первая столица, потому что еще при империи из городов современной Украины в Харькове было наилучшее образование. Где был первый, где был третий университет в Российской империи, знаете? Вот Москва, Нет, если честно, нет. Вот Питер, Москва, а третий универ в Харькове был. Буду знать. Так, для сведения, 1805 год основания Харьковского универа. А в вашем Киеве только в 1834 открыли. Ну, это не мой родной город, поэтому ну, мне сложно об этом говорить. Сейчас Киев для вас, наверное, свой город, да? Ну, неважно. А Ну, да. вообще вы переселенец откуда? В Киев откуда приехали? С Донецка. С Донецка. Году в 15-м, да? Нет, я уехал до этого, я поступил в университет в Харькове в 2012 году. А что ж в Харькове не остались, а в Киев поехали? Ну, так сложились. Меня семья в 2014 году сюда, мама ну к с семье братом поехали, приехали. я вас понял, к семье поехали. Приехал в Киев. Понятно, понятно. Ну хорошо, у вас есть вопросы ко мне какие-нибудь еще? Я думаю, может, и у вас есть какие-то. Вы все-таки... Ну вот... вы блогер, стример или регуляр юзер? Нет, 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 нет. Ни блогер, ни стример, нет. Я просто, знаете, как это, как здесь модно говорить, попутчик вместе с вами, которым просто хочется поговорить. Ну, я понял. Я бы в Киев ни за какие ковышки не поехал. Если бы я ехал бы вот в континентальную Украину из Донецка, допустим, вот безальтернативно, я бы, конечно, ехал только в Харьков. Интеллигентный, красивый город, образованный. Тут я согласен с вами. Ну, так в жизни сложилось, обстоятельства вынудили. Я понял, понял. Знаете, как Киев называют в народе? Хабаровск на Днепре. От слова хабар. От слова хабар. Ну, да. Такого еще, конечно, сравнения не слышал. Интересно. Ну, я тоже вот недавно услышал, но меня рассмешило, да. А ну, мне, да. Знаете, у вас в Киеве есть такое... Да дурака валяли. Разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство, у них есть один... Уровень интеллекта у Миколы Рушницына, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Воронеж передали в 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львівская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Ну еще. Соединенные Штаты Америки. Россию, как Руси, их рассею, тяжела будет.
Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор у нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною! Но ты мне улица родная, и в небо дождь.